Самое вкусное на 3000 рублей. Вот столько пакетов у меня получилось. Первый пакет — это готовая еда, которую мы заказываем каждый день. Два салатика нам с мужем. Макароны и куриные котлеты, порции очень большие, мы с дочкой делим одну порцию пополам. И две порции куриного супа. Также взяла еще крабовых палочек, йогурт дочке, колбасу, сыр, рыбку, икру, печенье детям. Также взяла печеньки собачки, сладкие печенья, очень много. Конечно, хлеб, вкусняшки для старшей дочки, кашу для младшего сына. Из фруктов взяла только арбуз и персики. Из овощей огурцы. Все тщательно моем и укладываем в холодильник. Вот так. Взяла еще мусорные мешки. Пока разбирала сумки, конечно же, дала лакомство своей собачке. За команды. Вот такая распаковка на 3000 рублей.